Линейка бензиновых кос от компании Deo в магазинах «Купи на дачу» пополнилась новой моделью в сезоне 2023 года. Это Deo DABC-420E. В конструкции этой бензокосы реализован целый пакет новых инженерных решений для максимально комфортного использования устройства на дачном участке. Производительность обеспечивает двухтактный бензиновый двигатель модели 043 серии E мощностью 2 лошадиные силы при рабочем объеме 42,7 кубических сантиметра, максимальный оборот в минуту до 6500. Воздушный фильтр, обслуживаемый губчатого типа, установлен под крышкой на левой части корпуса двигателя. Топливный бак объемом 1,1 литра, крышка с защитой от утери. Отличительная особенность этой бензокосы – наличие опции легкого старта двигателя. Помимо классического способа пуска двигателя при помощи ручного стартера, пользователь может запустить двигатель электростартером после стандартной процедуры подготовки двухтактного двигателя к запуску, нажать праймер подкачки топлива и закрыть воздушную заслонку. Двигатель запускается одним нажатием кнопки электростартера. Первый пуск холодного двигателя проще произвести в положении бензокосы на грунте, кнопкой на блоке двигателя. В последующем запуске косы на горячем двигателе можно запустить двигатель кнопкой на рукоятке оператора, нажатием в положении единица. Эта же кнопка, нажатая в положении 2, глушит двигатель. Таким образом, вам не придется снимать бензокосу с подвеса для того, чтобы запустить двигатель после паузы в работе. Функция электростартера реализована установкой в блок двигателя встроенного литий-ионного аккумулятора напряжением 12 вольт емкостью 2 ампер-часа. Для зарядки аккумулятора в комплекте с бензокосой поставляется зарядное устройство. Стандартный функционал рукоятки управления бензокосой дополнен клавишей круиз-контроля. Вы можете поставить комфортные постоянные обороты двигателя, например, для работы с пильным диском. С бензокосой покупателю поставляется пильный диск диаметром 255 мм с термосплавными напайками, что существенно увеличивает его срок службы. Ширина кошения с диском 255 мм. Новая технология в конструкции редуктора. Теперь вместо его блокировки стопорным ключом для смены пильного диска на катушку для работы с косильной леской, просто нажмите кнопку на корпусе редуктора, прокрутите диск до остановки с блокировкой и открутите стопорную гайку. Изменилась и конструкция крепления защитного кожуха. Теперь удерживающая металлическая накладка крепится болтом с широким шлицем. Вы оцените эту обновку, когда эта часть бензокосы будет привычно забита остатками скошенной травы. В комплекте с бензокосой поставляется катушка с технологией Easy Load для работы с косильной леской диаметром 2,4 мм. Уникальность этой катушки состоит в том, что вам не придется разбирать ее для заправки леской. Определите середину отрезка лески. Совместите указатель на кнопке со стрелкой на корпусе катушки. Протяните через отверстие леску, а затем через корпус так, чтобы леска выходила из катушки одинаковыми отрезками. Прокрутите кнопку катушки по часовой стрелке до рабочей длины усов лески. Готово. Ширина кошения при использовании катушки 420 мм. Для подачи лески во время работы легко прижмите кнопку катушки к грунту. В комплекте с бензокосой поставляется подвесная система ранцевого типа, набор инструментов для сборки и обслуживания, инструкция по эксплуатации и емкость для приготовления топливной смеси. Такая конструктивная особенность бензокосы DABC-420E, как жесткий разъемный приводной вал, позволяет легко перевозить это устройство в багажнике обычного легкового автомобиля. Ослабьте винт крепления разъемной штанги, разомкните ее и погрузите два компонента бензокосы в автомобиль. Купить бензокосу DABC-420E вы можете в интернет-магазине купинадачу.ру. Станьте участником нашей бонусной программы КНД Club, получите 500 приветственных бонусов при регистрации и кэшбэк с каждой покупки. Воспользуйтесь промокодом КНД10 при оформлении заказа и получите скидку 10%. Также для вашего удобства вы можете приобрести эту бензокосу и другие наши товары в маркетплейсах Яндекс.Маркет, Озон, Wildberries или Сбермегамаркет.